Села Загорное и Кицканы объединят. Соответствующий указ подписал накануне президент Вадим Красносельский. Наш корреспондент Ольга Гаврилова выехала на место, чтобы узнать подробности. Села Загорное и Кицканы объединяются. Глава сельской администрации говорит, указ президента подписан, и это большая радость для местных жителей. Для того, чтобы можно было все те минимальные блага, которыми может сегодня располагать житель села, использовать в полной мере. В том числе и вопросы, связанные с пропиской, перепропиской, подключением газа, подключением электроэнергии, водопроводных сетей. Здесь все завязано в один большой клубок, который просто так росчерком пера было бы невозможно решить. А сейчас, после указа президента, я думаю, эти вопросы станут на свои места. Впрочем, было ли село Загорное, вообще большой вопрос. Сергей Бурлак живет здесь 54 года. Говорит, Загорное для него просто улица. Как вот у вас в паспорте написано, где место проживания, какое? Здесь улица Слободейский район, село Кицканы, улица Загорная. Сельчан с такой пропиской здесь 99%. Жители называют ситуацию исторической ошибкой. Когда улица превратилась в село, никто не помнит. На ней всего 40 домов, прописаны здесь 87 человек. Проживают и того меньше, всего 35. В последнее время было оформлено несколько домовладений на адрес село Загорное. Есть ли тут свет на этой улице? Тут фонарики. Да. Ну, вот, допустим, тут фонари включают. Наш столб не горит, а не через столб. Один столб горит, один не горит. И вся улица почти горит. Там светло. Там вода есть, да, у вас? Да, вода есть. В селе. То есть все хорошо, вам здесь нравится? Да, нам здесь нравится. Теперь без путаницы можно говорить о улице Загорная в Кицканах. Здесь есть свой детский сад, который работает круглосуточно. Жители улицы надеются, что скоро у них, как и в Кицканах, появится долгожданный магазин. Ольга Гаврилова и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал.